Операция по спасению зайца началась. Не знаю, все ли вернутся, но спасатели горят. Ну, так там второй этаж. Примите камеру, друзья. Мужики, проходим. Боря, начинаем. Так и ползали. Так, только держим зайца, чтобы он не упал. Аккуратненько, страхуем, если что. Внимание. С другой стороны, платники. Давай. Взял? Я. Вот. Так, все, прижимай к себе, только чтобы голова не выскочила, чтобы не укусил. Какой? Да, все. Все хорошо. Отцепишь? Конечно. Меня от себя. Бедолашка. Ну, придется тебе начинать жить заново. Да, только не грязи мои часы, пожалуйста. Нормально, я с одной рукой подумаю сейчас. Не-не-не-не-не, не надо этих экспериментов. Настя, мама, Егор. Поднимись полностью вверх, не переживай, я его не говорю. Я была потише, все хорошо. Вот, ага. Человек, который связан внизу, вот теперь всех нужен. Молодцы. Спасатели. Выпускаем. Стой, фотку смотрим в камеру. В камеру смотрим. Бля, потом поделишься. Так, они меня потом смотрят. Все молодцы. И наше троекратное. Ура! 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 Не боись. Все, выпускаем. Давай, вот сюда его. Нормально, не вели. Давай, выпускай. Раз, два, три. Привет. Господи, кто все эти люди? Проскакал. Да он слабенький. Да, он слабенький очень. Ну, вперед!